Добрый день, меня зовут Татьяна Калятко, я из Украины, город Киев. Я записываю свой отзыв благодарность для мэтр Евгения. У меня с Евгением было две сессии. Запрос был у меня, было несколько запросов. У меня был запрос по своей самооценке, нелюбви к себе. Второй вопрос был у меня... Тема потеряла ориентир, не знаю, куда двигаться в плане работы, в плане как бы видения дальнейшей жизни. У нас были с Евгением очень интересные сессии. Я бы сказала, что это сессии были такие мистические, то есть мое подсознание завело меня в такие какие-то интересные картинки, в интересные сюжеты. Что для меня было крайне неожиданно, даже с удивлением спрашивала Евгения, неужели это похоже на правду. Но тем не менее, как это, оно меня туда привело. И были очень интересные, такие неожиданные понимания. Вот, и я думаю, что после этих сессий у меня... Есть некие такие вот, в голове возникают моменты, некое видение своего дальнейшего развития. Я очень благодарна Евгению за эти сессии и желаю всем, кто хочет увидеть как бы свои перспективы, обращаться к Евгению, потому что вы можете увидеть очень интересные сюжеты и, возможно, это для вас будет каким-то очень ценным открытием. Всем желаю хорошего времени суток и удачи!